Всем привет! Вот пришли на стоянку Мерседеса выбирать машину. И вот эта машина Maybach. Мне она очень понравилась. Но пока не по карману. Но машина класс. 250 тысяч стоит. Вот. Машина 12-цилиндровая. Вот эта белая машина. Это GLB электрическая. Тоже классная машина, но немножко маловато для нашей семьи. И вот эта бомбочка. Это EQS 480. Тоже электрическая машина. Диски классные, и цена ее 132 тысячи. Вот, тоже пока не по карману, просто решил заснять, показать вам, что есть, какие цены на данный момент. И цены, конечно, кусаются. Вот, классные колеса, диски необычные, таких раньше никогда не видел. Это 4Matic, можно на снег. И классная у ней, классный вид сзади. Обалденная машина. Ну, это все у нас в будущем. Беленький салончик такой прикольный. Вот. Так что сейчас будем смотреть, выбирать, что мы можем приобрести. Или выгодно в лиз взять на 3 года, или же на выплату. Будем считать и это думать потом. Вот. А так пока посмотрим, что у них здесь есть. Эта машина, она стоит 102 тысяч, это от завода, но дилер от себя добавил еще 20 тысяч, по идее она выходит 122. Эта машина S-класс, и цена ее 116 тысяч, или электрическая, кстати, неплохая цена. Вот пришли смотреть новый RX Lexus. Только вот два в таком цвете. Ну, неплохой цвет, но у них на данный момент только два. Сейчас хотим подрайвать, поездить, посмотреть, понравится он нам после Мерседеса или нет. Ну, посмотрели мы этот Lexus. Машина классная.
Но она немножко меньше, чем Мерседес. И мы хотим посмотреть, если нам повезет с Мерседесом, если мы можем найти лучший дил. Всем привет! Вы на канале Дом Девятых! Помнишь, у нас Даша, когда маленькая была, она выходила, Даша Девятых кричала и делала представление нам, когда ей было там 3-4 года. Начинала какие-то там песни, частушки петь. Так и я вам говорю, добро пожаловать на Дом Девятый. Ну, вот что хотим сказать. На улице дождь, да. У нас в душе солнце светит. Потому что мы едем смотреть новую машину. Да. Нам надо посмотреть новую машину, потому что у нас на нашу машину заканчивается лиз. Это типа по-русски как аренда или как на 3 года. Машины. Ага. Мы посмотрим новую, сделаем выводы, что нам выгоднее, или новую да. купить, ну, продолжить лиз, купить, или же эту. Как бы мы варианты будем рассматривать. Ну да, еще мы будем смотреть как бы разные версии, разные марки, посмотрим, что и как. Вот. Нам надо до конца года принять решение. Вот мы сегодня, сейчас еще вот как-то поменьше дождик, а там сейчас был очень сильный дождь, по такой погоде едем в другой город посмотреть, что там есть. Конечно, сейчас насчет машин вообще капец, нехватка. Вот, так что из того, что есть, надо выбрать. Уже носом крутить нельзя. Мы пару дней назад ездили, новый Lexus смотрели. Ну, они очень много за него хотят. Как бы нереально. Машина, цена стоит 60 тысяч, они хотят его продать за 90. И мы как бы отказались. Да, так что... Но мне немножко понравилась она, как бы неплохая машинка, но не за эти деньги. Ну да. А здесь вот мы едем, прям дождик и очень сильный ветер. Почему в дождик? А людей мало, шапаются в дождик, покупают, покупателей нету, и они как бы... будут склонны нам сделать хороший дил, чтобы мы остались довольны и чтобы им что-то продать хотя бы за целый день. Потому что, я думаю, люди не ходят шапаться в дождь. Так что мы сейчас с вами только поделились нашими хитростями, которые мы используем. Да, уловка. Да. Уловка дня. Едем в плохую погоду. Многие, конечно, решатся остаться дома, посидеть лучше с кофе или с какао на диванчике. А мы решили все-таки рискнуть. Ну, посмотрим, что с этого выйдет. И вы это узнаете потом. Тот городок называется Эльдорадо Хиллз. И от нас он где-то минут 30. Вот, смотрите, как здесь украшено красиво. Ну, здесь считается такой не дешевенький райончик. Вот, здесь такая речка бежит. Вот, все украшено. Такие здесь комплексы. Этот комплекс недавно построили в этом году. Да. Быстро построили за полгода. Представляете, вы выходите, и вы находитесь прям в комплексе. Кинотеатр. Да, здесь чего только нету. Магазинчики. Вот здесь вот классно жить. Это круто. Вышел утречком, пошел, кофе попил. Вечером вышел, кино сходил, посмотрел. Прям вообще. Мимоза хаус. Праздник. Ресторан. Праздник каждую минуту. А здесь вот кинотеатр. Там Таргет вон внизу. Вот. Смотрите, как здесь красиво сделаны эти дороги, выложены камнем сбоку. Огороды, ограждения. Ну, какие. Красивые. Прям такие, как, да. Как в Европе домики. Угу. А вот мы сюда едем к дилеру. Да, мерседесовская стоянка, потому что мы сейчас ездим на Мерседесе. Нам нравится. Вот, ну, хотим посмотреть, что и как. Сейчас, конечно, не то время, чтобы носом крутить, но посмотрим. Можно и покрутить. Ну, можно покрутить, но где гарантия, что от этого что-то будет хорошо? Все, потом расскажем. А вот электрическая машина, Дима говорит. Да. Я-то в них не понимаю. Одно, что мне нравится, что красивое. Колеса такие большие, смотри, какие диски приклеены.
А это что за? Это Jelly Coop. А, это та бомбочка, которая... Сколько стоит? А? 130. Хотите машину за... Вот так вот выглядит. Да, похоже на нашу бомбочку. Салон такой, кстати, пахнет прям навьем. Ну, а мы продолжаем поиски нашей следующей машины. Ну вот, заедем еще на эту стоянку, посмотрим, что здесь нам предложат. Наконец-то, может быть, мы найдем машину, то, что нам надо. На той стоянке, где мы до этого были, у них была одна машина, и нам она не понравилась. Но нету много опций. А здесь вроде бы они, сейчас посмотрим, говорят, у них здесь несколько есть машин, можно из чего выбрать. Ну вот сейчас посмотрим. Если что-то выберем, то вы увидите первые. А вот смотрите, как открывается дверь. Видимо, эту машину продали, и как поднимается дверь с бантом, выгнать, наверное, для покупателя. Прикольно. Мы купили вот эту белую машину. Наконец-таки сидели 2,5 часа, торговались. Сейчас они ее вывезут на улицу. Мы на ней поездим, потому что она в салоне стояла. И они должны сделать небольшой детейл там. Коврики положить. Вот это наша новая машина. Такая же, как у нас была, только цвет другой, и год 23-й. Наша старая машина, и вот наша новая машина. Здесь у нее такой сзади спойлер стоит. Ну, в принципе, не нужен, но красиво. Смотрится красиво со спойлером. Красавица. Белый цвет тоже хороший. Кстати, выбора нету. Она одна единственная была. Тоже светлый салон у нее. Светленький салончик, как у нас. Все то же самое, как у нас. Панорамик. Крыша. Колеса. Вот наша старенькая Mercedes. Цена ее 65. Так, вот это вот у нас наша старенькая машина. Обход делаем, чтобы ничего не забыть. Самое главное здесь у нас лежит. Вытащим все сейчас наше. Так выглядела у нас впереди машина. До свидания, дорогуша! Это обалденная машина. Нет, я думаю, color мне нравится. Она обтянута. Классно. Color обалденный. Цвет. Вот C-класс, который я раньше не взял. Их не было. Сейчас появилась одна. 53 тысячи. В принципе, я так и рассчитывал. 50-53. Это даже не 4MATIC.
включила, и поздно. Ну вот. Наша новая машина белая, и мы сдали старую машину. Они бади не изменили, все то же самое, только год другой. И цвет. Салон такой же беленький. Я рекламу уже на него кинул. Это не так важно, просто отличие говорю. И там у нас была Фоматик, а это не Фоматик, но мы так часто на снег не ездим. У меня Lexus, мой Фоматик, можем его брать. Вот это для нас не принципиально, просто у них одна была, я же говорю, если был бы выбор, мы бы Фоматик смотрели. Там небольшая разница в цене. Сейчас поедем на ней домой, а то оставляем. Наша новая машина всего лишь 24 мили. В общем, новая. Спасибо за машину. Это вот мне муж подарил машину. Ну, вместо той, чтобы я не плакала.